В минувшую субботу, 28 ноября, в поселке Андерма полностью сгорела пекарня. Как сообщили в Управлении гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненинского округа, пожар начался около 11 часов утра. Причины возгорания устанавливаются. В полудню очаг возгорания на котельной хлебопекарни был ликвидирован. Работы осложнялись штормовым ветром. В тушении участвовали силы и средства отдельного поста, отряда государственной противопожарной службы, аэропорта Андерма и МУП «Андерма-сервис». Площадь сгоревших помещений составила 680 квадратных метров. В результате пожара, к сожалению, был уничтожен годовалый запас муки, все оборудование. Когда вот уже происходил сам пожар, связались с главой администрации. Было понятно, что все имеющиеся силы, которые были в поселке, были брошены на тушение пожара. Но тем не менее, к сожалению, здание полностью было уничтожено. Губернатор Ненинского округа провел экстренное оперативное совещание, на котором дал поручение в кратчайшие сроки доставить в поселок необходимое оборудование и продукты для выпекания хлеба. В поселок было доставлено порядка 300 буханок уже готового хлеба и около 200 килограммов различной муки, а также оборудование для хлебопечения. Данным оборудованием любезно поделилась ДК «Арктика». На данный момент пекарня временно разместилась в здании школы. Одной из первых тему мер по обеспечению продовольственной безопасности в поселке Андерма обсудили на еженедельном расширенном совещании губернатора Ненинского округа. Мы раздали около 70% хлеба и держим запас, если вдруг что-то случится. Школа и сад обеспечены своей мукой, и свою потребность они перекрывают самостоятельной выпечкой. Жертв при пожаре не было. Вчера были дознаватели, все обсмотрели, теперь будем работать дальше. Пока все под контролем. Население в большей степени обеспечено личными хлебопечками за счет взаимовыручки. Также спрос, он нивелируется. Если поймем, что то оборудование, которое было доставлено, оно по производственной своей мощности не справляется, мы дадим ряд предложений, может быть, это будет или модульная хлебопекарня, и предложим, за счет каких средств можно будет ее приобретать и доставлять вам. В настоящий момент причины пожара устанавливаются. Информация собрана и отправлена на экспертизу. Ведется разбор завалов. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Антон Выдряков, телеканал «Север».